Начинающий предприниматель Николай Шецкий пришел на занятия стартап-школы, чтобы получить знания по продвижению своего малого бизнеса. Мужчина занимается видеосъемкой, но последнее время тем, как идут его дела, не вполне доволен. Поэтому захотел принять участие в бизнес-встрече и зарядиться новыми идеями. Хотелось бы, наверное, узнать методы продвижения, методы ведения бизнеса, как, скажем так, научиться подавать себя, продавать себя, какие, скажем так, продукты сейчас работают, что не работает, что актуально в наше время, что уже утратило какой-то смысл. Спикером выступил минчанин Николай Микулич, руководитель клуба предпринимателей «Про бизнес». Сегодня он объединяет около 500 человек. На занятии с бобруйчанами коуч в игровой форме показал путь от генерации идеи до ее ценообразования и продажи на рынке услуг. Занимаясь клубом «Про бизнес», я получаю много запросов, что участники хотят, чтобы в регионах творилась такая же движуха, как в Минске. Поэтому я, собственно, своим примером привожу какие-то частички знаний, каких-то моего опыта в места, где собирается проактивная молодежь и участники, которые развивают свой бизнес. На мероприятие пришли как опытные предприниматели, так и начинающие бизнесмены, а также те, кто задумывается об открытии своего собственного дела. Командная игра прошла с азартом и получилась вполне продуктивной. Дать идею людям какую-то по развитию, саморазвитию, разработать идею, дать эту идею людям просто, помочь в разработке того же проекта какого-то. Все занятия стартап-школы проводятся Бобруйским инкубатором малого предпринимательства в партнерстве с организацией «Общество содействия инновационному бизнесу». Следующая встреча пройдет в декабре этого года. Людмила Любимцева, Андрей Богдан, Бобруйск, 360.